хозяева этих домов уже и не помнят, что такое выключатели. Они не знают, что есть холодильники без интернета, и ванна может набираться не только по хлопку в ладоши. В этом поселке все дома вундеркинды. Здесь вместо прислуги и охранников трудятся современные технологии. Сколько же стоит содержать этот особняк? Только у нас вы впервые увидите, как выглядит идеальный умный дом. Цена на такой дом, который выполнен в классическом стиле, 9900 миллионов евро. Вместе с домом за 416 миллионов рублей хозяин покупает и всю прислугу. Причем навсегда, благо здесь она электронная. Ведь это самый настоящий умный дом. На службе у человека стоят десятки роботов. Что же все они делают? Этот четырехэтажный вундеркинд распахнет свои электрические двери. Хозяин этой умной усадьбы установил у себя лифт с голосовым управлением, чтобы не терять время на нажатие кнопок. Эта опция жизнь не слишком облегчит, но зато у соседа в доме такого точно нет. Третий этаж. Этот дом площадью в 1800 квадратных метров. И хозяин действительно сэкономит время, включив сауну, выходя из спальни. Пока дойдет, дойдет и нужная температура в парилке. Человек, грубо говоря, проснулся с утра, можно с пульта включить и уже спуститься в теплую подогретую сауну. Риэлтор Андрей по опыту знает, умные дома продаются быстрее. Ведь все эти девайсы решили главную проблему роскошных жилищ. Если богатые тоже плачут, то зачем об этом кому-то знать? Поэтому, заменив прислугу на технику, хозяин избавляется от лишних глаз и ушей. Тайна личной жизни сохранена. Для обслуживания бассейна не нужно держать штат людей, которые будут его там чистить, ухаживать за ним. Это все управляется электронно. На сегодняшний день, то есть технологии позволяют делать это. В комплект к умному дому еще покупают вот такие приборы. Язык не повернется назвать их бытовыми. Робот-пылесос последнего поколения iRobot Roomba 560. Управлять им можно даже через телефон. Он очищает не только пол, но и воздух от пыли и аллергенов. В России его продают за 25 тысяч рублей. Холодильник с подключением к интернету. Он оборудован одноплатным компьютером и сенсорным экраном. Поэтому можно проверять почту и скачивать рецепты. Еще эта техника сама может выбрать продукты и заказать их в магазине. Хозяину остается только подтвердить оплату.